Супружеский долг. Что такое супружеский долг? Многие пары любят употреблять это словосочетание «супружеский долг». И оно обозначает, что один из супругов, чаще всего женщина, должна вступать в интимные отношения с мужчиной, несмотря на отсутствие у нее желания вступать в эти самые интимные отношения. Иными словами, это такая незадокументированная форма, вроде как легального изнасилования на регулярной основе мужчины-женщины, ну, мужем-жены. Откуда пошло это словосочетание, вообще непонятно. Возможно, оно уходит корнями далеко в историю, когда мужчины уходили надолго на войну или на охоту, и, возвращаясь домой, им необходимо было совокупиться со своей супругой для продолжения рода, потому что было абсолютно непонятно, чем же закончится его такой очередной поход. Семейные отношения – это свободные отношения, это отношения двух свободных людей, и никто не должен вступать в интимную связь, если он не хочет этого делать.